Ну как это так? Ну куда этот мир катится? Ну куда? Как теперь жить дальше? Как теперь нормально ходить вообще в школу? Что случилось? Даже не спрашивай, моему возмущению нет предела. Дай догадаюсь, Тупицева опять у тебя все списала. Хуже. Школу на карантин закрыли. Да лучше бы закрыли. Ты меня пугаешь. У тебя случайно нет температуры? Представляешь? Я не могу, сейчас подышу. Дыши, дыши, дыши. Да дышала. Ну говори уже. Школьную библиотеку закрыли на ремонт. Какой кошмар. Вот именно, и чем мне теперь без библиотеки в школе заниматься? Ну, уроки же остались. И что мне с них? Я всю школьную программу уже прошла давным-давно наперед. Библиотека — это была моя единственная радость. Эти новые энциклопедии, толстенные тома, сочинения литературных классиков. А запах? Бумажных клещей. Бумаги. Ну не переживай, ремонт-то скоро закончится. А сейчас, да мне что делать? Я уже все домашние книги давным-давно перечитала. Ну почитай электронные. Бла, я рыгаю. Это не для моего зрения. Ну тогда послушай электронные книги. Ну придется. Ты точно уверен, что одного из них звали мистер Голодом? Спросил Фати. Конечно уверен. Мы ведь в прошлой четверти по географии как раз Голландию проходили. Голландия, Голланд. Очень легко запоминается. Вообще полный кринж. Ну как так-то? Несправедливо. С такими успехами я бы могла вообще в школу не ходить и ничего на уроках не писать. И получить единицу. Ты чего своими единицами бросаешься? Я же в тебя ничего не бросаю. Да потому что у тебя нет единиц. А, это ты, получается, не двоечница, а единичница? Не двоечница, а единичница. Бе-бе-бе-бе-бе. Пускай лучше троечку, хоть с минусом, хоть с огромным минусом, но не единицу же. Просто у учителя ручка плохо писала. Это же 4. А чё я ною вообще не понимаю? Ну, ну, так лучше. Вообще-то моя кровать, на своей скачи! Ну и что ты наделала? Поправляй теперь! Да все нормально, что там поправлять? Ой, эти подушки должны лежать так! Вот это вот, вот так! Я что, зря поправляла? А какая разница? Большая! И вообще ты мне все настроение испортила, мне аж поплохело. Ну а теперь же ж уже нормально стало? Нет, не нормально. Ты вообще видела, какие на покрывале некрасивые складочки? Что-то я не вижу там никаких складочек. А вот это вот что такое? Вот так все должно быть, вот так, красиво. А, теперь вижу, молодец, сама себе все поправила. Ах ты ж,
Хитрая какая! Ты что? Так же нельзя, подушка не на своем месте. Верни! Не верну, не верну! Все, теперь никакого настроения. Уже 2 часа хожу по этой шахте, и ни одного алмазика даже не встретилось. Ну капец какой-то. Одни расстройства от этой игры все время. Разочарование. Уже ночь настала, я еще не нашла ни одной деревни. Капец какой-то. Все, эта игра не стресс, удаляю. Все, не буду больше в такую играть. У всех уже есть 13-й новый айфон, а у меня еще нет. Он вышел 1.5 года назад. Почему я еще хожу с этим старинным 12-м? У всех есть, а у меня нету. Как так? Капец. Мы находимся в Карпатах. Не, ну нас тут, в принципе, тоже неплохо кормят. И снег есть. Нормально, пойдет. Россия в Карпатах, а не в Карпатах. Может, я тоже хочу покататься на лыжах, отдохнуть, посмотреть, как идет снег. Вообще, от этой школы уже все в Карпатах, на лыжах, чаечки, кофейки, всякие какао, вкусняшки. Я тут сижу своей гречкой все время давлюсь. За дугула, блин, мне нужно за дугула. За дугула, я люблю за дугула. Бесит все, чем учителям не нравится мой макияж. А может, я так выражаю свою индивидуальность? Не, ну подумаешь, немножко тушь потекла. Ну че сразу говоришь, что я всю школу пугаю? О, ты уже здесь? Давай, мой свой пылесос. Ты еще зачем? Фу, че это воняет? Мне кажется, ты с макияжем переборщила. Я же говорю, у меня стиль такой. Так что воняет? Не, ну так он и воняет. Ой. Собачьими какашками, что ли? А я тебе говорила, перед тем, как его включаешь, проверяй внимательно дом на наличие собачьей кладки. И, кстати, потом еще и коридор отмоешь. Удачи. Фу. Джесси! Вот именно, и чем мне теперь без библиотеки в школе делать? Чем мне теперь без библиотеки в школе заниматься? Вы что, вначале? Вот именно. Чем мне теперь без в школе заниматься? Это библиотека, это не твое. Вообще. А сейчас-то мне что делать? Я все домашние книги...